Президент Евгений Шевчук провел личный прием граждан в селе Чобручи. Такой формат встреч, по словам местных жителей, хорошая возможность обсудить свою проблему с главой государства. Традиционно обращения касались жилищно-коммунальных проблем, земельных споров и просьб. Так, например, семья Жданковых воспитывает 10 детей. Сегодня они нуждаются в улучшении жилищных условий. К президенту обратились за помощью в виде стройматериалов. Семья росла, и мы понимали, что не сможем больше там помещаться, и столовая, и тому прочее. Он пообещал, что со стороны республики будет оказана помощь, что-то с района, что-то от депутата, говорит, складчину, потому что было выслушано сумма, там сколько наши потребности, они, конечно, не маленькие. Напомним, вопросы к президенту Евгению Шевчуку от граждан сегодня аккумулируются в общественных приемных главы государства. Одна из таких работает и в селе Чобручи. Там по просьбе местных жителей уже отреставрирован сельский дом культуры.